В общем, потеряли мы трофейную рыбу. Был хороший ротан. Прямо хороший. Теперь не вижу нифига. Уплыл, наверное, вообще теперь напугался. Всем здравствуйте, снова на водоеме, время 12:56, 9 декабря, последний раз был 5, и вот 4 дня не были, сейчас буду забуриваться, закармливаться и посмотрим, что будет. Ветер сегодня такой нехорошенький дует, довольно сильный, хоть по градусам маленько потеплело, 2 дня были у нас морозец. Тут вот зайчик у меня бегал прям по проходу, через все лунки пробежал и куда-то побежал. В общем, ладно, забуриваюсь, телефон промазал в карман, его потерял, забуриваюсь, закармливаюсь и пробуем, что будет. Пришла тут рыба самая крупная за это время или наоборот ушла, проверим. Хожу, бурю, в общем, старые лунки, а что мыши вот так вот от воды. Хотя морозы, двадцатка была у нас 2 дня, где-то, видимо, треснуло. Вот все, и снегом еще привалило. Так что вот такие дела у нас. Здесь тоже он все раздавливается, вот где возле лунки. Потверже. Время 13:30. Вот, в общем, первого ротана поймал. Вот такой. Третья лунка по счету. Поклевки вроде в каждой были. А не получилось нигде, кроме этой, пока поймать. Даже в первых двух зацепы не понять были, что там цеплялось, мелкие или крупные. Иду на первый круг. Но начало неплохое. Хорошего такого размерчика ротанчик. И есть надежда, что будут и крупнее сегодня. Но это мы уже увидим потом. На озере, кстати, один. Вчера кто-то был или с утра. Следы есть, не до конца такие, то что задутые. По степи быстро следы заметает. Но или так уехали рано. Хотя возле нескольких лунок проходил. Есть признаки, что там рыба лежала. В каком, конечно, количестве не понять. Завершаю, в общем, я первый круг. Осталось вот у меня 2 лунки. Оставил их напоследок. Самые они у меня интересные. И всегда я в них надеюсь на крупную рыбу. Это вот этот переходик. Последнюю рыбалку, вот 5 числа я был. Здесь вообще 3, наверное, я всего поймал. И то на последнем круге или на 2 последних. А сейчас как бы сразу на первом. Как она, рыба, меняет направление свое, непонятно. Что, надеемся на эту лунку. Блин, быстро все замерзает сегодня. Ветер холодный. Постучали, побрякали, рыбе дали понять, что я пришел ее ловить.
Как по мне, так это был крупный ротан. Хватает, скорее всего, за блесну. Нет, средненьких размеров ротан. Это может оказаться не он. Нет, похоже, его там нет. Ветер. Обратно главное дорогу найти по большим плесам. Следы мои, наверное, уже задует. В темноте придется, наверное, вдоль камыша бродить. Все, кончилась рыба. Первого круга по 2 штуки получилось поймать с некоторых лунок, с некоторых по одному и не по одному. Ладно, ловим дальше. Зайдем сейчас на второй круг. Вот все-таки крупный. Там оказался хороший букс. Вот такая разница сразу. Он мог этого съесть просто и все. Все, пошел я на второй круг. Уже неплохих размерчиков. Вот такого все-таки я из нее поймал. Хорошенького. И вот таких вот примерно в каждой лунке я поймал. Практически в каждой, наверное. Так что вот так вот. Ну что, полторашка у нас тут. Будем пробовать возле нее завершая второй круг этой лункой. Кстати, вот возле нее, наверное, вот этот тот самый крупный. Пока на сегодня. Но это не точно. Потому что, я говорю, таких несколько штук точно уже есть. Размеры сегодня радуют. По количеству пока что-то сказать не могу. Как оно? Так же примерно пока иду, или не так же, как обычно. Но размеры, средний размер будет крупнее, средний вес. Чем обычно. Вот хороший, хороший. Вот он на сегодня самый крупный. По весу однозначно. По длине не знаю. По весу точно. Ну, хвост-то выпрями. Ах, в районе 500 грамм он будет. О, хорошо, хорошо. Начинаем третий круг.
Здесь до этого был пойман один, но тоже хороший. Две лунки сегодня получается вот возле полторашки. И еще одна хороших ротанов выдает. И количество там, наверное, около 5 у меня. Ну и тут я сейчас не помню, 6 или 7 за два круга. Так что. Ну вот, третий круг, 3 штуки. В среднем с круга по одному. Чем больше кругов, тем больше ротанов, значит, должен поймать. Так что пробуем еще пару проводочек. Если нет, и побежали дальше. Ну вот, третий круг, 3 штуки. В среднем с круга по одному. Чем больше кругов, тем больше ротанов, значит, должен поймать. Так что пробуем еще пару проводочек. Если нет, и побежали дальше. Вот еще другая луночка. Тоже вот такой вот. Ротан хороший. А, больше может и не быть. Но если в это и не будет. Двух-то я уже тут поймал. Нет, есть еще поклевочка. Сейчас мы его будем дразнить тогда. Уговаривать надо. Эх, я думал, крупный. Это не тот. Вот такой тоже хорошенький. Поменьше, конечно. Но хорошая рыба сегодня, хорошая. Соскучились они просто по мне уже. Меня давно тут не было. Очередная лунка. 4 штуки у меня тут, оказывается, поймано. Но вот такой стандартный ротан одинаковых размеров. Если и дальше так дело пойдет, то и достаточно. Тоже и не мелкий. И достаточно такой хороший. А может еще и быть крупнее. Сейчас, наверное, он в лунке крупнее, потому что нет поклевок. Вот он, вот он, вот он. Бряк и оторвал. В лед воткнулся. Третий такой же есть с этой лунки на 600, на 600 сколько там, 10, наверное, грамм, или 605 был.
пойман самый крупный. Все, крупная рыба тут пока кончилась. Перекус у маленьких. Ну что, маленько пробежался, согрелся. Если верить последним лункам, то 15 минут назад ротан вышел перекусить. Так что надо успевать его в этом проходе ловить. Похоже, в этой лунке его сегодня не будет. Нет, будет. Вот, возле полторашки будет точно здоровый. Второй. Эх, сейчас, похоже, был крупный. Сейчас мы его поймаем. Ну, где он? Где-то он был здесь, вот он. Пойдет, пойдет. Сильного крупного тоже не надо, лишь бы в лунку влез. Если не влезет, толку от этого не будет, что мы его поймаем. Все, запускаем. Вот такой лапоть тут у нас есть. Ждем такого же. Поменьше. Поменьше. Он нас обхитрил, сейчас мы его обхитрим. Схватил за блесну. Вот так вот, раз-раз, по-моему, раз резко вверх и ждем. И вот он. Три штуки тут поймано. На четвертый круг, по-моему, мы идем. Так пойдет. Вот тоже хороший. Трофеи сегодня радуют. Радуют размеры, радуют. Камера, если не сядет, итог засниму. Таких вот уже, наверное, с десяток.
Даже сейчас, наверное, будет на одного больше. Возможно. Но это не точно. Ну, почти. Продолжаем забег по лункам. Думаю, еще два круга успею. Ну, этот и еще один, наверное, и все. С фонариком не знаю. Может, сегодня посижу. А может и не буду, потому что, как говорил, следы уже, наверное, мои задуло. Мне надо найти дорогу еще обратно, чтобы не блудить, долго не ходить. Вот три штучки сразу подряд. Не знаю, круг он где-то у меня с конца, наверное, клевать начал. На этих лунках 3-4 лунки как бы не было активности, а потом начал по 3-4 штуки брать. Вот хорошенький, нет, средненьких таких размерчиков, неплохих. Так что сейчас долго, наверное, по многу не буду сидеть, пытаться до последнего поймать. Надо вот эти вот, которые еще 4 лунки остались, 3 или 4, в которых активности не было на предыдущем круге, успеть пробежать, пока он не накушался или куда-то не ушел. Ну все, ладно, побежал я дальше. Что, проверяем тут. Эта луночка такая более-менее стабильные результаты всегда дает. Штук, наверное, 7-8 обычно. За каждую рыбалку. Она с первого дня. И не было такого, чтобы один день, например, двух, второй день там 15. Вот где-то она всегда стабильна. Надо ее, наверное, в следующие разы сильнее закармливать, пробовать или от нее куда-то тут вот еще рядом набуриться. Вроде хорошенький такой. Хорошенький такой вроде там был кто-то. Возьмет он еще, не возьмет. Непонятно. Попытаемся сейчас. Где-то он в этом слое воды был. Вот он хороший. Живот полнёхонький уже. Чего-то уже наелся. Ну что, вот с этой лунки у меня все началось, активность, когда ротана, и на ней, видимо, и закончилась. На предыдущие я сейчас 5 штук поймал подряд. И до этого за 4 или за 5 кругов 2 всего было поймано. И все. И на вот эту пришел. И тишина. Уже, наверное, минуты 4 сижу, если не больше. Вдруг, думаю, до последнего верю. Вдруг, думаю, крупный.
стоит и более мелкий отошел в сторону. Но, видимо, просто рыбы нет. Ладно, побегу дальше туда к проходу, к полторашке тогда. Вот такой красивый закат у нас. Хорошо, хорошо. Ждем рыбу еще, что будет сейчас клевать. И вообще будет все хорошо. Все, видимо, здесь рыбы больше нет. Вторая лунка, где тишина после активности. Тут хоть и всего у меня 4 поймана. Ай, самый крупный тоже вот такой вот неплохой. Ну и лунка только сегодня пробурена. Идем. Тут крупную рыбу по-прежнему. По-прежнему только хожу сюда из-за двух лунок. Потому что где-то вот она вот тут вот вся в переходе. Должна быть. Должен где-то этот мой блесной плавать. Надо его поймать. Там активности не было. Тут активность какая-то. Нет, нет, но есть. Один это уже что-то. Засекло хорошо его. Есть надежда, что мы крупного проткнем. То опускаем к полторашке. И смотрим, как удочка будет сейчас гнуться в дугу. Похоже, не будет. Или будет. Или непонятно. Или непонятно что-то там. Ну, удочка, я не знаю, видно, не видно. Вот так вот в дугу гнется. Вот такой вот ротанчик. На закате. На вот таком вот закате. Всё, больше не видать. Тоже хорошенький. Лунка сегодня, наверное, по весу больше всех принесла мне. По количеству не знаю, а веса в ней из нее больше всего будет. Вот, все, снова у корыта. На последний круг мы движемся. И заканчивать будем сегодня рыбалку. Какой-то непонятный.
просто злой, дергал так сильно. Ну что, будем сейчас пытаться ротана. По моим ощущениям, там большой ротан должен быть. Сейчас мы ему будем светить в глаза, чтобы он потерял бдительность. И мы его поймаем. Таким макаром будем поступать. Сейчас мы его высветим ему. Блин, плохо видно, а? Размеры бы хотя бы его на и поглядеть. Куда-то уплыл, не видать никого. В общем, стоит там сейчас два ротана. Один вообще почти под лед подплыл. Пытается леску все схватить. Второй на дне стоит. И вообще ноль эмоций у них. Ну не прям такие здоровые, нездоровые, так как их средненьких размеров. Но вообще не активные. В общем, рыбалку закончил. 87 штук. Поймал. Время 17:35. Самый крупный вот. И вот. Ну и вот таких вот, вот еще, наверное, тут с десяток, ну, похожих примерно, мороженых. Вышло пол корыта, килограмм в районе, наверное, 12 тут будет. Ну, как-то вот так вот. Рыбалка сегодня доволен. Всем удачи, всем пока. Мы еще сюда приедем. Продолжаем пробовать ловить рыбу. Есть, только она тут нет, я еще не заглядывал, но надеемся, что есть. Их как-то не видно нифига, почему-то не видно.